Чуть не опоздала на урок. Здравствуйте, ребята. Давайте сразу повторим все, что мы узнали на прошлом уроке про месяц август. Как вы помните, в августе дни постепенно становятся короче, а ночи удлиняются. Солнце уже не успевает так сильно прогреть землю, как в июле, и жара незаметно идет на убыль. В это время на полях собирают урожай, а в садах дозревают груши, сливы, яблоки. Погода в августе обычно стоит тихая и теплая. Повсюду вырастают разнообразные грибы, которые